Так, последний день сегодня на пляжике. Я, кажется, этот пляж и не снимала еще. Очень красивый такой залив, лагуна настоящая от большого озера. Но я думаю, это не искусственное все-таки. Но удивительно удобное местечко для купания деток. Да и взрослых тоже. Здесь дно самое разное. Если поглубже места. Вот они плавают уже. Анечка и Алёнушка. Очень хорошо, красиво вокруг. Горы окружают всюду. Это озеро. Оп, близко слишком. Вода настолько прозрачная, что вчера мы выпускали сомика и долго смотрели, как он плыл. Замечательная картина была. Так, вот они опять. Дедушки. Не хуже Карибских островов. Все прекрасно. Вода теплейшая. Сегодня, правда, очень жаркий будет опять день. Вчера было слегка облачно и немножечко бархатный денечек дал нам отдохнуть. А так вообще жара стоит. Температура 38 градусов Цельсия. Это не так мало. Больше 100. По Фаренгейту, я думаю. Так, потеряла их. Угу. Лёш, я что-то не разгляжу. Тут нырни прям с головой. Лёша, иди проверь, я что-то не разгляжу. Мне кажется, не пойму, батарейка есть или нет. Не пойму. Сюда выйди, посмотри в камеру. Батарейка, я не уверена, есть она или нет. Может, переставить нужно. Нет, ну ты не уверена. Ну там что, не снимает, что ли? Ну идет, треугольники идут вообще. А ты новую не ставил батарейку, нет? Нет, я не ставил, но она есть, там маленькая батарейка. Я знаю, просто проверь.
Смотри. Чуть я не знаю точно. Ну, просто посмотри, даже я буду держать это, посмотри. А в экране ничего не получается, что ли? Что ты экраном не снимаешь? Ну, светло очень. Очень светло? У меня нож отвит, меня снимает. Старик, все есть? Я не пойму. Батарейка есть. Ну, мне что, держать, снимать? Как хочешь. Ага, вот открылся. Красиво. Ага. Делайте. Сейчас она пойдет опять. Все, уже пошла запись. Ага. Делайте что угодно. Мам, уже хочется идти. Идти, так значит все. Мам, уже хочется идти. Алёна, иди сюда,
Сейчас погоди, Саня, я спешу, куда иду. Что-то происходит. Снимаешь, как мы едим арбуз? Нет, я снимаю, какая вода вон там. Сейчас поверну туда. Там. Да ну я просто действие какое-то. Нет, я водичка цветность вон такая шикарная. Thank you.